Так, ну рассказывай, что это такое. Так, это захват, предназначен для погрузки тюков или кип. Ага. Он рассчитан на 10 штук, но я здесь неправильно делал, поэтому гружу по 8. Ага. Вот здесь посередине надо поставить еще один крючок. И вот там еще надо один крючок поставить. Ага. Тогда можно грузить 10 штук. Ага. Они вот так лежат, да? Или вот 8 так? 8 штук ложатся вдоль, ага, а 2 должны лечь поперек. Ага. Но тут получается из-за того, что... То есть тебе третьих всего 2 штуки надо добавить, да? Да, всего 2 штуки надо добавить, ага, туда. Тогда спокойно он бы зацепляется. Дело в том, что чтобы тюк держался ровно, нужно, чтобы 2 крючка вошло в него. В один? В один в тюк. Ага. А это что ты делал? А это я сделал для сбора ага, их поле, угу, но для этого нужно хотя бы польскую косилку, чтобы короткая стерня была. Чтобы стерни не было, то есть поле, да, гладкое и стерни не было. Да. А так, либо если... под посаженное сено, да? Ну вон, она у тебя здесь с этой стороны стоит, да? Да, это лыжи. Ограничитель. Его можно переставить, ага, вот это вот положение погрузка, ага, а для сбора он переставляется на 10 сантиметров в сторону и вниз. Ага. А туда ставится. Ну, ты это сделал под кун, да? Под перед. Да, это под передний, под кун. Под тот самый, который вы. Ага. Ага. Но сейчас без лыж у тебя получается, что ты в пачку сам складываешь, а потом просто им грузишь, да? Да. Угу. Ну, оно что хорошо, высоко можно грузить. Ага. То есть, ну, а по полю не теряешь их? Нет. Я просто когда по полю ставлю его вверх. Ты же на этой телеге возишь, да? Нет, я на Зиловской. А Зиловской уже нету, да? Зиловская у меня в вакууме стоит. А, ну то есть она пошире? Она пошире и повыше. Да. Добавит 145-146 штук. Ага. То есть 5 рядов где-то кладешь, да? 7. 7, да? Да. Ага, ну понятно. Так что вот такие вот дела. А если швырялка, если хочешь. Ага. Кого, швырялку? Вот такую, да. Это под Т-25. Ну ты ее на 80-ке же ставишь, да? 80-ка задом быстро едет. А, то есть ему надо скорость поменьше, да? Вот, а у МТЗ-ухи реверс есть. Ага. Ты включаешь на пониженную 1,5 км/ч, она работает. А МТЗ-уха слишком быстро едет. Угу. Угу. То есть тебе не особо удобно, да? И муфту ты сам делал, да? Да, у муфты самодельная, потому что получается так. Если что-то попадается в, ага, сугробе, ага, по упирается, идее, по идее должно срезать вот тот болт. Вот этот? Да. Угу. Но он не срезается, угу, ломается редуктор. Угу. Я раза 3 перебрал редуктор, угу, сделал муфту. Муфта простейшая, сам видишь. Ну, вижу, да, она простая муфта. Как диск тормозной, да? Тормозов. Сперва поставил тормозной диск, но он очень тонкий, он сломался. Ага. Поэтому я поставил просто блин, ага, из пятерки. И в него закатал в этот блин этот фрикционные накладки. Накладки с, просто. С тормозов. Ага. Ну, с МТЗ. Ага. Они ни на чем не держат. А тот у тебя запасной, да? А? Тот запасной? Да. Там все такое же, только редуктор будет другой. Ну это ты все для дач делал, чтобы зимой, да, не сидеть. Совершенно верно. Голеньким, да? Да. Потому что на поле у тебя переметает обочину, и ты им грызешь, да? Да. Ну ладно. Потому что на дачах дорога узкая. Ага. Сперва, когда гребешь, ничего. Угу. А когда снегу много, надо, ну, он этот. Ну ты смотрел, что он стоит недешево, как чугунный мост. Да. Сама установка-то. Да. Так что это палка о двух концах. А лыжи ты на него сам там делал, да? Я там не лыжи сделал, там был жестяной уголок изначально, ага, просто жестяной, ну где-то двойка, ага, и он погнулся. Ага. У него вот спереди, вот посмотри, если хочешь, есть подрезающий ножик. Вон он.
Вон он, видишь? Угу, вижу. Вот этот подрезающий ножик вот так вот загнулся. Ну понятно, он то есть жестянки сделан с такой же. Вот. Да? Ну да. И я ты его просто усилил и... И под подрезающий нож я сделал нормальный уголок. Да. Ну, ага. Ну все понятно это.